Страна котов. Сплошные кошаки. Куда ни глянь. Им воду ставят. Вот еще кошаки. Котики, муркотики. Пачками тут лежат. Сейчас пройдемся, еще где-то должны быть. Они тут повсюду. Их тут просто... Им уже даже вот еще один. Чтобы вы понимали. Вот кот. Видите? Вот еще один. Там котенок. Им даже будки тут строят. Вот там вот. Под стенкой там за деревом один лежит. Везде. Везде коты. Коты, 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 коты. Анталия — страна котов. В смысле, город котов. Им надо было на этом, на флаге вместо полумесяца, вон там черный кот. Вместо полумесяца и звезды им надо было кота. Ну, это для русских. Костры не палить, шашлыки не жарить, газовыми баллонами не пользоваться. Вон велики на прокат стоят. И чувак ходит, листья собирает. Пылесосом на колесах, чтобы вы понимали. Обалдеть. Гидрант увидел мир. Пылесос на колесах, полив, который прячется. Мобилки, которые заряжаются. На улице никто их не ворует, айфоны лежат. Разделительная полоса из столбиков. Вместо двойной сплошной, которую пересекают, и менты стоят, всех ловят, кормятся. Так, столбики поставили, и все, на встречку уже не вылезешь. Все идут, как положено, едут. Кстати, очень много этих самых электромопедов. Чуваки спортом занимаются. Им тут что-то нравится. Я тут видел футболистов, тут занимаются. Эти тут тоже что-то... Боксеры какие-то тайские, китайские. Кстати, взять машину на прокат дешевле, чем взять такси. Да, вот, кстати, еще один момент. Иммигрант увидел мир. Вот обратите внимание, стоят кондиционеры. Вот они. Чтоб на людей дуло на улице. И никто что-то электричество не считает. Пришел в кафе, тебе кондер ставят. Вот еще один кондер стоит, и там дальше. И тут в проходах везде кондеры. На колесиках, да. Вот кондер стоит. Ой, класс. Идемте. И фонтанчики, и кондеры. Страна кондёров и фонтанов. Да, кстати, правильно. Что они будут считать, если они... Что вот это, я до сих пор не понимаю. Вода какая-то на случай пожара или что? Непонятно. Эти бочки везде стоят, возле каждых каких-то заведений. Стульчики красивые, столик какой.
Везде эти бочки. Наверное, вода, я так подозреваю. Дальше все как обычно, это вы уже все видели, душевая. Вот так подходишь и купаешься. Так, все забито, сейчас будем место искать. Оцениваем прозрачность воды, чтобы вы понимали. Ну, дальше не пойду глубоко, я плохо плаваю. Это у меня вот такая сейчас глубина. Ну, глубоко, сразу возле берега уже глубоко. Это у нас Средиземное море. Такая тут водичка. Медуз нет, естественно. Вода чистая. Сын плавал на глубину, говорит, что рыба даже плавает. Там чуть дальше. Всякая, говорит, какая-то черненькая. Ох, какая-то прозрачненькая рыбка есть. В общем, интересно. Ух. Но жарко, конечно. Ну, когда есть такая вода, то... Хорошо. Сейчас час дня, очень жарко, люди поуходили, поэтому зонтики все свободны. Все пляжи пронумерованы, возле каждого пляжа спасательная будка. Вот. Ну, сейчас обед, поэтому... Спасатель ушел, вывесил красный флаг. Никого нету.
платные стояночки. Никто на газонах не паркуется. Со словами, что я должен платить, имел я вас всех в виду. Приехал, заплатил, запарковался. Вон стоимость. И камеры стоят везде.